Свой первый юбилей, свои 5 лет, наша следующая участница встречает здесь, друзья, с вами, на этой сцене, потому что ей сегодня исполняется 5 лет. Это Арина Закалюкина. Ариночка, иди сюда к нам. Арина, привет. Давайте с днем рождения. Да? Давайте вместе. С днем рождения. С днем рождения. Сейчас Ариночка прочитает нам стихотворение Андрея Усачева. Ему, кстати, тоже 5 лет. Называет это стихотворение «Гном и звезда». Ну, а Арина, кстати, участница детского эстрадного театра «Изюминка». Ариночка, ты готова? Да. Так, сейчас тебе поаплодируют. И будут очень внимательно тебя слушать. У речки стоял удивительный домик. В том домике жил удивительный гномик. Да в пол росла его борода, а в той бороде проживала звезда. Не знал ни забот, ни тревог этот гном. Звезда освещала собой весь дом, и печку топила, и кашу варила, и сказки ему перед сном говорила. И гном с восхищением чесал в бороде, что было, конечно, приятно звезде. Кормилась она только крошками хлеба, а ночью гулять улетала на небо. Так шли потихоньку года и века, но кончилась в доме однажды мука. И гном, распростившись на сиженной печкой, с рассветом отправился в город за речкой. Но в городе том не носили бород. Хо-хо-хо-хо-хо-хо, стал смеяться народ. Вот чучело каждый ему говорил. И гном испугался и бороду сбрил. И на пол упала его борода. И тут же его закатилась звезда. У речки теперь есть обычнейший дом. Живет в этом доме обычнейший гном. Опять отросла у него борода, но больше к нему не вернулась звезда. Вот такая история.